5500 километров по северу России позади. Теперь этот автомарш пройдет по Ленинградской области. Пробег «Звезда нашей Великой Победы» стартовал из разных городов страны в начале апреля. В каждом городе по пути встречи и митинги. В Выборге колонну встречали прямо на въезде в город, у монумента на 4-м километре. После возложения цветов легендарный ГАЗ-М20 продолжает путь, возглавляя пробег уже по самому Выборгу. Машина 53-го года выпуска побывала и в Севастополе, и во Владивостоке, дважды пересекла полярный круг. Ни одной серьезной поломки в пути, лишь однажды забарахлил дворник. Вполне надежный автомобиль. Этот автомобиль является не реставрационной такой копией, это автомобиль боевой. Подготовлен, заменен двигатель, заменена коробка именно вот для того, чтобы в пути каких-то таких серьезных проблем не случилось. Колонна выехала из Мурманска 5 апреля. Уже прошла десятки городов. В Выборге у монумента «Город воинской славы» участники пробега растянули на всю площадь огромный стяг – Знамя Победы. Знамя Победы развернуть! Слово наших ветеранов! Старт дан с 5 точек в виде 5 лучей, в виде 5-конечной звезды. Звезда нашей Великой Победы. Это остров Русский, Севастополь, Брест, Дербент и Архангельск. Общий сбор луча – это Владимир. И с Владимиром мы едем в Москву, где 9 мая возглавим бессмертный полк. В подарок от участников автопробега Выборгу достался миниатюрный бюст полководца Кутузова. Каждому городу предлагается такой мини-памятник, чтобы в будущем здесь появился настоящий монумент. В Выборге обещали подумать, где его установить. Для всех городов это событие, и что им, для меня, например, стало большим показателем, что чем меньше город, чем меньше муниципальное образование, тем ярче, что ли, встреча, тем ярче мероприятие, тем значимее оно, наверное, для этого города. Уже на днях автопробег «Звезда нашей Великой Победы» отправится дальше, в Псковскую область. Но сначала его участников встретят в Ломоносове, Гатчине и Луге. Александр Иванов, Олег Кузьмичев, Кирилл Титов. Последние известия. Выборг.